Дорогие магаданцы, я не сторонник нагнетания страхов. Я верю в ответственность и разумность наших земляков. Но, к сожалению, счет пошел на дни. Пока мы размышляем о прививках и свободе выбора, от коронавируса продолжают гибнуть люди. За уходящий год мы потеряли более 300 колымчан. Вакцинация – единственный способ борьбы с пандемией. В Магадане привито более 41 тысячи человек. Но этого мало, чтобы сообща победить болезнь. Поставка вакцин от COVID-19 идет стабильно. Сделать прививку можно в своей поликлинике. Развернуты дополнительные пункты в торговых центрах. Все мы любим свои семьи, родителей, детей. И сейчас наступил такой момент, когда каждый из нас должен обезопасить себя и своих близких. Я призываю магаданцев пройти вакцинацию, чтобы быстрее вернуться к привычной жизни до пандемии.